В плену совершено убийство. В отличие от трагедии в Красногорске, наш случай – банальная бытовуха. Украинец одного своего земляка забил до смерти, второй – в реанимации. Всем до свидания. Охрана коттеджного поселка Анютины Глазки и знать не знает, как в одном из строящихся домов посиделки закончились убийством. Но следователи уже все выяснили. Между рабочими возникла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Потом была драка. Один из ее участников схватил молоток и совершил убийство. Пока одного человека. Нанес сначала множественные удары в область головы мужчины, который скончался на месте происшествия. И после этого нанес также множественные удары в области головы напарника погибшего, которого впоследствии доставили в Клинскую городскую больницу. Подозреваемый в убийстве украинец вместе с напарником, который стоял и смотрел, бросили умирающих земляков и убежали. Но недалеко. Сотрудники уголовного розыска нашли их в тот же день в том же коттеджном поселке. Как выяснилось, в Анютины Глазки они приехали из соседнего Истринского района на подмогу к коллегам-строителям. Называется, выпили за знакомство. Было выпито в тот день, с его слов, порядка 4-5 бутылок водки. Предполагаемый убийца свою вину признает. Он задержан и будет ждать суда, который в этом случае приговорит не меньше, чем на 10 лет. Олеся Торбенкова, Евгения Цветкова, Наталья Красавина. Новости дня.